Опа. Здорово, чаток, здорово, всем приветик. Какие статы на стафе важны помимо физы? Ну, атак спид, крит-шанс, конечно. Ну, атак спид не особо, да, потому что Шакуэву похуй на твой атак спид, там КДР. А я вчера скрафтил ставчик такой, более-менее. Поставил на продажу за 5,5. Просто стафы крафтить — это пизда. Но в стафах очень много дерьма всякого, помимо того, что надо. В отличие там, от всяких там топоров, блядь, бичей. Куча кастеров хуйни всяких, блядь. Всякого такого говна, блядь. Вот, такое вчера скрафтил. Ну, такой довольно простенький. КД на Шоквейв решает, конечно. Или можно на поху 21-20 дефолт ловить? Можно и дефолт ловить. Как бы что то, что это. Тут просто Шоквейв прокачанный с quality, он дает 20 инкриза, считай. Ну, это довольно многое для гема. Поэтому как-то похуй. Куда? Блять, куда крышку-то проебало? Блять, ничего не понял. Да, чат, из забавных новостей. Twitch отключил вывод на банковские карты. Теперь получаем, ебать, в чеках, либо на палку. Чё к чему, блять? Не понял вообще. Эти потуги, блять. Алирую в этом билде сейвил, да. Да, но опять же напомню, чат, политику мы тут не обсуждаем. Мы тут отдыхаем от всего этого дела. Отдыхаем, в игрульки играем. Приятненькое время проводим, прежде всего. То есть вот это нормальные трейды, да? Просто я вот так смотрел, и тут челы за полтора миррора, блядь, стоят. Просто какое-то странное, блядь, ценообразование, блядь, вот на рынке, да? Очень странное, блядь. Мне кажется, что сайт, он не учитывает, нахуй, варьирование basic currency. Ребята, нет смысла в игру писать, пишите, блядь, в чат. Я не могу, блядь, в игре проверить, сколько вы сап, нахуй, понимаете? Ну, сейчас уже можете ничего не писать, я играть пошел. Сейчас уже можете ничего не писать, отдохнуть, там, расслабиться. Там кто-то занимается кильдой, вот. Экзандерфу, вроде. Обращайтесь к Экзандерфу. Нет, я не покупаю локбуки, все эти локбуки я нафармил сам. Elden Ring, да, конечно. Обязательно. Что черепки на палках означают? Руник мобы. Это специальные мобы лиги, которые дропают артефакты и рефреш куренси вендоров экспедиции, собственно. Боссы качественно сделаны, то, что новые. Почему не? Новые боссы тоже хорошие. Просто их сделали намеренно очень слабыми по циферкам. Чтобы все могли пощупать, попробовать, блядь, даже на не самых, так сказать, мощных билдах, да? Что стало с ценой Шантарба? Не знаю, не слежу. Да, блять, сука, что-то я не посмотрел на этот шрайн, что его взорвать надо, блять. Противный очень шрайн, мобов невезимыми делает. Бля, они не танчатся нормально. Ладно, я вас, сука, выпихну тогда, блять. Сейчас приду. Почему мочу в бутылке не используешь? Так а зачем, урона хватает? Самые крутые локбуки — это 80 плюс конт, а вообще можно фармить от 60 плюс конт. Как контент же был? Не было. Тут надо еще подфармить чуть-чуть. Астрагали заканчивается очень быстро, чтобы посидеть долго астрагали паролить, там, ну, 1000 плюсна. Будешь пробовать игру года Elden Ring. Ого, реально игра года, блин. А чё соус лайк тогда? Девчонки там, блядь, по хате бегают, орут, смеются. Хавчик. И это так, чаечек попить чисто, блядь. Подслащённые эти, какого нахуй, зубочистки. Одной рукой же можно? Можно. Бля, почему у человека только две руки, нахуй? А хуй вообще один. Прикиньте. Very nice, бля. Very nice, ебать. Let's look very nice, ебать. Чем крафтил свою палку-убивалку? А там не важно. Там не важно. Хаосами, можно сказать. Шансами крафтил. Мне что-то подсказывает, что если бы я просто продавал астрагали, да, то я бы давно в МБ уже бегал. Что-то мне подсказывает, блядь. Я туже на мейню. А не эту залупу, которая ничего не дает. Вот тужен, бля, вот тужен. Хайли рекомендед. Тужен хайли рекомендед туда. Рип. Че, фласки снова некрасивые? Ну, скажем так, людей ввергало в шок красота фласок, да? То есть они прям шокированы были, нахуй, такой красотой. Здорово, когда Elden Ring.
Никогда я не играю в Souls-like игры. А играть в игры ради хайпа, это, блядь, вообще не мое. Некоторые стримеры так делают, но это вообще, блядь, не мое. Не могу играть в игру, которую, блядь, мне не нравится играть. Просто, блядь. Завали, 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 больник. Крейзи, блядь, согласен. Причем он на какую-то серьезную тему поет, читает, точнее. О, блядь, типа. Хороший паст, хороший трек. Хороший свистун. Бля, рофл, вот чел охуеет, кружит, часов вопрос задать на тему, которая тут нахуй не нужна. Ему инстантно завали ебало весь час. Не, ну а хули че он, блин, блядь. Так, у меня там, по-моему, много делириум мап. Ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть имеется. А сколько стимулей? Что-то не глянул. 12 стимулей. Пойду пасу. Два падика, одна секретка, две секретки, три секретки, две. Я секретка, ты секретка, я конфетка, ты конфетка. Как правильно к бычке бегать, скипнул экспедицию, поиграв, по-моему, очень классный игр, на резком ютубе, не понимаю, как сплит, по какому рецепту делается. Ну, сплит локбуков через беста. Значит, беста зовут Валера. Не, беста зовут Phenomal Plaguet Arachnid. Это паук большой. Этот паук разделяет любой предмет, ну типа копирует его, но на обоих версиях предмета появляется мод сплит, который не позволяет копировать дальше. Вот, затем, значит, сплетать нужно лукбуки с косой, либо с солнышком. Обязательно все вообще, поскольку это профит и интересно. Да, то есть больше лукбуков равно интересно. Там вроде как бист стоит столько же, как и лукбук с косой. Проще накупить бистов и посплетать локбуки, чем, блядь, покупать локбуки по одному, блядь. Ну, это типа хуйня полная. Без трейдеров дохера, ты можешь балком сразу же купить. Куча хуйни и все. Как солнышко выглядит. Вот, Knights of the Sun. Смотреть надо на такие моды, как Quanti Artifacts Drop Monsters, Runic Monsters, Marker Monsters, Chest, ну, additional chest. Гарантированный босс. Такое тоже надо смотреть. Гарантированный босс, вот в случае с косой, там написано, что будет варана. Это означает, типа, босс там будет. Вот есть варана, есть оригин в солнышке, есть медвед у гвенан, у друидов. И еще один хуй какой-то у жирного, которого я никогда не убивал, блять. Бля, времечко уже поздно, не закажу пиццу, да, наверное? С какие там дотор работает, надо посмотреть. 21.20. Тан-саппорт, ебать. Охуеть. Жрачка в опасности. Срочно, блять. Так, хочу песто. Большую, на традиционном. Давай еще картошечки, куриные кусочки. А, ранч соус, это чё? Чесночный, правильно? Блять, как я не успел заказать. Минус пицка. Минус пицка, блять. Приехали писки уже, все съел, очень понравился чекам бомбони, добавка перчик халапеньо. 12-10, так я говорю, вот я что-нибудь остренького подкинуть, и бля, вообще пиздец бомба. Арина так сильно понравилась, 7-10 приехала какой-то сырой, мне показалось, слишком сухая. Регионально дадо с добавками пепперони, халапеньо, твердо, 10-10, очень вкусная. Также заказала очень бомба, специальный кусочек, картошка. Блять, какой ты молодец, рад за тебя, блять. Вот особенно, когда я не успел заказать, блять, рад за тебя очень, дружок, блять. Дружок ебучий, блять. Очень рад за тебя, нахуй. Еще так описывает, блять. Где зайду, я заебал. Не, я кушать-то не хочу, я пицку. Я пицку. Пицку хочу, блять. Тут столько валюты. Ну, тут уже нормально кормят, блять. Ну, я ничего не покупаю особо. У меня уже персонаж собран, можно сказать. Только минмакс что-нибудь. Интересный лут, блять. 10 инкубаторов курренси. Ну вот, вебку купил. Новую C922. Она заебись в целом. Ну, кроме того, что в ОБС она почему-то не хочет отдавать 60 FPS. Так нормально. Че, блять, покрутим? Покрутим и кушать можно пойти будет. Свистун.
целом все заебись, но Twitch решил на фоне происходящих событий стримакам из СНГ обрубить вывод с карточки, ну типа на карточку. ХЗ, блять, причем тут вообще стримеры нахуй. Никто не поддерживает события, блять, я в том числе, естественно. Но, блять, Twitch у нас особенная. Симка рогов, все крутить будем. Так а прокрутки зависят от кейнажа, а не от рогов. Рога — это просто редкие арты. Это как бы понятно, что Twitch не суицидники, они что-то предложат взамен. Почему записать бабок на английские кошельки и биткоин кошелек? А вот не знаю, блядь. Твича спроси. У СНГ стримеров просто отключили какой-либо вывод вообще на банковские карточки, банковские счета. Спасибо за контент. Скажи, раз, а планируешь в Warzone поиграть? Нет, там в Warzone сейчас нехуй делать вообще. Полная поебень. О, как. И чё ты стоишь? 16 экзов. Ну это прайс-фиксеры все, да, скорее всего? Доктор. Дай совет по ЖЖ, как признаться девушке в любви, просто интересное мнение по этому поводу. Подходишь, говоришь. Эй, дашь писку, ебать. А, твоя. Или есть еще лучший вариант тут от Вовы Пейна, блять, услышал недавно. Мой, говорит, член разыскивает ФБР, нахуй. Ок. Пок, реально шутка пок, чат, согласен, шутка пок, вообще. Бля, сейчас вспоминаю Антошу с его Нерсой, блядь. Может, Хаса берешь? Не, я не хочу с Хэдхантером играть. Маг и Блад хочу. Ну, а если серьезно отвечать на твой вопрос? Ну, смотри, давай по обстоятельствам. Давай по обстоятельствам, смотри. Ты как-то общаешься вообще с ней? Или ты закрытый ж нахуй? Фишо, блядь. Ну, типа, вы уже ходите куда-то вместе, что там делаете? Там два доктора за 32. Ну, тебе зиплекс отдам. Тебе отдам. Не вопрос. Два микро вопроса. Длинный урор босс с межгладом? Нет. Если да, будешь его юзать? Нет, не буду. Он же отталкивает. Меня вообще коробит от нокбека. Но вообще, это хорошая дефенс механика. Знаешь почему? Потому что ты постоянно отталкиваешь милишников, и они не могут тебя бить нормально. Но ты об этом даже не задумывался, да? Так что там, где любвеобильный мальчик наш? Чат, если вы сейчас решили на фоне моих двух докторов пойти покупать дечки... Я вам скажу, что до этого, блять, я дровнул, ну, два косаря дечек вообще нихуя не было. Не, это, не, спокойно себя ведем. Ну, алло, любвеобильный дружок, куда ты пропал? Ну, хорошая тема для разговора, блять. Залупыш нежный, пиши дальше. Заебешь, блять. Пошел тестить уже? Блять, руины нахуй. Ну это на моей совести, я согласен. Галантно, без негатива подходишь, говоришь, эй, блядь, писку дашь, ебать. Мне 18, у меня беременная невеста, я учусь на мента, как ты считаешь, жизнь идет хорошо? Слушай, ну, главное, чтобы тебе нравилось, правильно? Правильно, главное, чтобы тебе нравилось. Привет, Женя, че ты никогда кокера не пробовал, он же тоже крутится. Ну, бля, он какую-то сперму еще вокруг себя пускает постоянно, блять, там, вот, не нравится мне такое. Ну, шутки шутками, правда, как это сделать, например, люди находятся на расстоянии, видят только на празднике. На праздниках и летов про любвеобильного. У тебя интернета нет, типа, или че, ты не можешь связаться, не понимаю. У меня, если что, первая девушка, на расстоянии познакомились. А жена, ну, собственно, то же самое, блядь. Поэтому не вижу проблемы, блядь. Абсолютно. Просто с женой было попроще налаживать крепкие отношения, так сказать, да? Потому что она ко мне ездила. Уже он снова насыпает. Так он постоянно насыпает. Он вообще прям суперстабильный. И об этом миллиард раз уже говорил. Да нерфи этого, да ковры как уже нерфили, если чё. Мэйдж Блад будешь покупать? Да, буду. Сейчас есть какая-то цель в поя. Ну вот, Мэйдж Блад хочу. Чё, прям надо? Хе-хе-хе. Нахуй он тебе нужен, блять, хе-хе-хе этот ёбаный, блять. Вас не заебал этот трек еще? Меня уже подзаебывать начинает, реально. Бля, Bless RNG, там 3 Defense, Less Recovery и экстра какие-нибудь еще. Блять, Bless RNG нахуй. Так, только ты не заходи, ладно? Ради Христа, не заходи туда. Тебе что надо, чтобы под конец я тебя позвал?
да? Или чё? Или, или похуй. Так, заходим. Мобы ускорены, Poison. Ну ладно, тут и вправду не так уж и жестко. А почему так кванты много? А почему так кванты много? Ладно, давай. Блять, как же ты насрал на арену, это пизда. Вообще нахуй спейса нет, блять. А, так это еще и все живые, блять. Бля, ну это жестко. Но это очень жестко. Чел, блять. Нахуй вы делаете такие фириты? Ёбаный рот, нахуй. Ты шо, дурик, блять, вообще? Да нахуй никогда не надо караптить, бля, это долбоёб придумал полный вот это, блядь, караптить, чё там. Это нихуя не даёт вообще, блядь, даже вот в overall value ничего не даёт, блядь. Абсолютно, это настолько тупая хуйня. Вот если хочешь сделать нормально, просто на роли хуйню супер юзлес, блядь. Ну и всё нормально будет. И всё будет норм, ебать. Даже, блядь, банально альтами на роль. Ну типа, блядь, чтоб вот было настолько два супер безобидных мода, чтоб ты такой зашёл нахуй и пук-пук. Всё, блядь. Зачем вы, блядь, такие ролите? Это же андуйбл хуйня, блядь. Это просто андуйбл, блядь. Но я больше всего порофлил с того, что ты никого, блядь, не убил. Это как вообще, блядь? А зачем ты ходишь в Феридес? Блядь, даже не убиваешь никого. Что за трек? Нейромонах Феофан. Что там у него есть? Какие-нибудь адские зори, блядь, я хуй его. Надо поле притоптать. Блять, ну не знать такую музыку, это очень зашкварно, если чё. Блять, это настолько зашкварно, что пиздец. Это даже больше зашкварно, чем вот, типа, о, ебать, там Пушкина не знаешь, или там какого-нибудь там Лермонтова, блять. Вот ты, если вот это не знаешь, вот это реально зашквар, блять. Кортекса, давай. Люблю сервисить очень. Бля, Bless RNG 80% редакшена. Bless RNG 80% редакшена, блять. Пожалуйста. Чё тут? Супер быстрые челы, 4 проджа. Ладно, тут просто ваншот сейчас будет, и всё. Тут просто ваншотни сейчас к ебеням, и всё, блядь, на этом. Возможно, даже вот эти мобы сейчас меня отпиздят, если чё. Ну, блядь, повезло, что у них нет дефенса. Повезло, повезло, блядь. Чё лежишь? Вставай давай, ёбаный. А ты как бы это... Ты доклирил мапку-то саму? Чел-челыч. О, ебать, найс клириш, блядь. Мапа чистая. Так, сейчас мы посмотрим, какая она у тебя тут чистая, блядь. Сейчас мы, блядь, посмотрим, какая она у тебя тут. Атака спит. Так, о, ебать, чизы не досмотрел. Ой. О, колечки не подбираем, да. О, ебать, о. Пломбильный курс эффект. Это, кстати, может что-то стоить. Так, колдрес, ага. О, блядь, пиздец, чел. О, не, ебать, все, ебать. О, ебать, не, все, ебать. Шесть сокеты, нахуй. О, не, ебать, все. О, не, все, блядь. Понял. Нормально пропускаешь. Че у нас тут бейз айтем? Да, вот, ван стоит... 77, если чё. Ещё один 6 сокет, блять. Quality socket at games implicit. Ага, так. Increase damage. Loop. Чекаем base item. OneX, ебать. База. Всем привет, это проект Жидкое Золото. Сегодня мы будем лутать пролутанное. Амулетик, ага. Выходи! Кольцо OneX стоит база тоже, вот этого кольца. Потому что вермиллион ринг, он вроде на 7. Да, он на 7, а эта хуйня на 8. Держи, другалёк, держи. Я тебе, блядь, налутал 2,5 экза, блядь. Которые ты проебал. На полу оставил просто, ебать. Какой шанс, что я смогу понять, что происходит, но разве не игра в поя? Ноль!
Ноль! Абсолютно ноль, блядь! Абсолютно zero-like chances. А что там на ха-ха еще бывает? Демон, да, вроде карточка? Чат, до этого мне за 2000 дечек ничего не падало. Вот сегодня пошла насыпка, бля, нихуйная. Два доктора достал, и вот еще дальше вот свистит. Шо, я собрал нюрсу, блядь, из этих? Из пациентов, нахуй. Лол, блядь. Ноль кванты монстров, ноль, блядь. А сколько кванты на мапе? 84. Ну... Ну, 20 буриков должно выпасть, сори. Киромнанты обычно ищешь. Артефакт квант, обычный квант. Экстра куренси, экстра дечики. Приоритет, естественно, квант и артефакт квант. 6-линк выпал. Тоже 6-линк. Тоже 6-линк, ребят, тоже 6-линк. Ласка закончилась, блять. Нормально. 6 телепортов не просто так придумали. Вы думаете, 6 телепортов придумали, чтобы играть в шестером? Ну, это забавно, конечно. Immune to cold, fire, lightning, хаос, ебать. А я наношу урон физой, ебать. Опа! Не повезло, да? Ой, блять, обидно. Имеет ли изучение этого левела Jasmine Staff? Да, конечно, обязательно надо 83-й этому левелу. Я вчера еще перед сном личку почекал. Он гений писал. Говорит, Ламыч, подскажи, пожалуйста, как нормально расплачиваться, вот когда ценник написан, типа 0.3 экза. Типа, как расплачиваться? А то я уже заебался копить Exalted шарды в отдельную вкладку. Я такой, нихуя. Блядь, это гениально. Копишь по 19 шардиков, чтобы, короче, не заебываться с этим пересчетом. До гениальности он чуть не дотягивает, считай, ему нужно было разменить экстра хаосы, чтобы на них покупать экстра шарды, чтобы расплачивать. Ебать, ну это вообще, это уже, блядь. Неважно. Абсолютно неважно, что там. Абсолютно неважно. Плюс чатку уебал коробка, блядь. Минус у кого член как пенис, ебать. Блять, гениальная музыка, сука. Просто просто гениально, это же гениально, блять. Ну вы не можете отрицать этого, блять. Ну тоже даже потенциально не можете отрицать, что это, блять, это гениально. Это только гений может такое придумать, нахуй. Можно ради найти видео со строительством дурки, заранее спасибо. О, оно где-то в небытиях этого инстаграма, там вообще в самом низу, блять. Можешь поскроллить, поискать. Да еб твой рот, блядь. Сука, чинстан, вы, блядки, блядь. Я ваше ебало, блядь, застану, блядь, я найду. Блядь, ваши члены так, блядь. Где можно быстро прокачаться? На мапах. Сейчас на мапах можно накидать дохуя энеми. И хорошо экспиться на мапах. При этом ничего не тратить. Но, типа, на мапах не просто, мол, блядь, алхимку кинул и побежал. Нет, это не будет работать, если че. На мапах нужно ролить, всегда безопасные моды смотреть. Чтобы не было урона вообще у мобов, короче. Ну, я вот так прокачался. Ну, я долго качался, но зато я делал контент, который хочу. Бля, ну режим восстановить — тема охуенная, особенно пока пыл к поешке не пропал, пока все еще интересно играть. Это, блядь, нормальная тема. Нихуя меня заебашил, блядь. 3 гига чада музон чисто, блядь. Нахуй. Выходит такой, ебать. Человеческий ебатель, блядь. Бля, ну чисто музыка для мужского секса такого. Мужчинского, блядь. Сука, мужчинского, мужского, блядь, у меня секса, блядь. Меня заебала уже эта карточка. Ебань, не сри в хате, блядь. Спасибо. Спасибо, чат. Очень приятно с вами дело иметь. Ебать, фармёшка, долбёшка, вачочка, блядь. Ебанюша, блядь. Всем спокойной ночки. Не хворайте, не болейте. Товарищи украинцы, держитесь. Давайте кого-нибудь вам редану.
Вот, рядоном украинского стримера как раз. Давайте чат, ББ.